Всем привет, с вами, как всегда, Арицы, и сегодня мы... А что мы сегодня делаем-то? Я уже забыл даже. Вот, вы слышите? Слышите музыку какую-то? Какая-то у меня музыка в ушах играет. Знакомая, знакомая. А, точно, точно, я вспомнил, что мы сегодня делаем с вами. Да. Это такая шутка была. Опять-опять мы продолжаем играть Данганронпу. Все никак она не закончится, и, наверное, это к лучшему. 30 числа мы уже играем, сколько времени-то прошло? Давайте продолжим наш суд. Суд, как обычно. Так, на чем мы остановились? На таком приятном лице Хиок, как обычно. Да, Пека осуждает ее в том, что она может быть убийцей. Сразу аргумент пошел. Давайте посмотрим, что же будет. Нагит, как всегда, улыбается, ничего нового. Буки в шоке. Так. Что ты говоришь, ты четырехглазый тролль? Ого. Обвинять меня в убийстве Махеру? Ты такая грубая. Почему ты сомневаешься в Хиёко? Знаешь, где была Хиёко сегодня? Она была в пляжном доме на месте преступления. Я не ходила в пляжный дом. Я весь день давила мистеров... Ой, муравьев. Я уже забыл, как это... Что это такое есть? Подожди, то, что она сказала, явно противоречит информации, которую я знаю. Окей, давай еще раз. Давайте еще раз, первый раз успеваю только почитать. А подумать, что во второй раз приходится. Она была на месте преступления. Ну, это, возможно, верно. Говорит, что не ходила туда. Окей. Она говорит, что она не ходила туда. А получается, чем мы доказываем, что она там была следами? Ты играл мне громче, чем лучше, мне кажется. Ты очень громко умираешь. Еще раз. Ох. Подожди минуту, ты должна была быть в пляжном доме Хиёко. Серьезно, я говорю, что не была. Но эти шаги, эти следы на песке перед пляжным домом, разве не твои? У меня нет таких уродливых следов. Они, наверное, у Микана, основываясь на том, какие они уродливые. И решает, основываясь на уродливости. Слышали, как он еще Это странно. Вот у него во рту ему что-то мешает. Не очень хорошо прозвучало, но... Суть, я думаю, вы поняли. А следы, которые я собрал из твоей комнаты, совпадают с теми следами идеально. Не прошло и 5 минут, как говорится, и уже подобные шутки появляются. А, собрал? Я никогда не разрешал, не давал тебе разрешения собирать это. Ты противный педофил.
Ну, по факту вы примерно одного возраста, если тут... Если вы в одном классе были, ну ладно. Допустим так, допустим. Плюс... следы, оставленные на песке, были... направлялись в сторону от пляжного дома. Смотрели в сторону от пляжного дома. Что значит, когда владелец этих следов отправился внутрь пляжного дома, они использовали другой вход? Когда владелец этих следов отправился в пляжный дом, использовали другой вход. Честно говоря, что... Хиёко вошла через ту дверь, где была, где лежала Махиру. Ну, вообще там... там всего две двери было. Это просто, когда заходишь, то там... С другого угла показывается камера. Там всего две двери было, и она зашла через... Прямо с дороги, которая ведет. Потому что следов не было оттуда. Ладно. А другой вход, ты говоришь о двери, которая... Смотрящей в сторону дороги. У которой лежала Махиру. Ты говоришь, что тот человек, который вошел внутрь пляжного дома... Ты говоришь, что когда тот человек, который вошел внутрь пляжного дома... О, господи. Когда тот человек вошел в пляжный дом, а тело еще не появилось. А вот как раз три раза понадобилось. Дверь все еще была доступна, когда они вошли внутрь, и не была, когда они вышли. Что значит, что что-то случилось между этими двумя событиями? Не так ли, Хиёко? Как резко у него настроение меняется. А, теперь я помню. Я помню, когда я пошла в пляжный дом. Так ты наконец-то решил признаться? Я уверен, что вы уже знаете это, ребята, но... Ходить на прогулки по утрам — это моя дневная рутина. А, точно, я забыл совсем. Я никогда не слышала об этой дневной рутине ранее. Именно тогда я пошла в пляжный дом. Я пошла туда на мои утренние прогулки. Понятно, если ты пошла туда в течение твоей утренней прогулки, тогда это ничего не имеет общего с этим делом. Не верь ей так легко, дура. Она очевидно врет. А, это ложь? Не может быть. Люди, которые называют других лжецами, обычно сами ими являются. Если ты говоришь, что я вру, то докажи это. Ты вообще можешь доказать, что я вру? Ни за что, кучка бесполезных идиотов, как вы, не сможет доказать это. Сейчас я отвечу за всех. Душевая, окно с решеткой, письмо Махеру, следы на пляже, металлическая бита. Окей. Я ходила в пляжный дом. Но только на моей утренней прогулке. Я не находила туда другое время. Тогда ты не встречалась с Махером на пляжном доме. Очевидно, нет.
Говорит, что я встретилась с ней, когда я даже никогда не видел ее. Это что, панель идиотов? Господи, пришлось голову, блин, с 8 градусов повернуть. Хёка сказала, что никогда не видела Махера, но это действительно правда? По секрету, конечно, мне нравится Хиёко как персонаж. Такие персонажи вот. Это мой грешок, так сказать. Забавно она, конечно, говорит мне. Прикольный персонаж. Внутренние прогулки, да. Джасайон-джисан ва бичхаус де. Она чуть ли не поет уже. Коизуми-сан то атте наим да не? Может письмо? Никогда не видела ее. Так, письмо. Где оно? Письмо... Встретиться на втором... В пляжном доме на втором острове в 2.30. Может, возможно, это давайте попробуем. Верно. Сорева чигаузо! Асано сампо но токи дакетте. Коно тегами о митемо. Мада со и кирэру но ка? Только в течение твоей утренней прогулки, а? Также будешь продолжать заявлять это после того, как ты посмотришь на это письмо. Я собиралась сказать тебе это лично, но не могла, смогла найти тебя, так что я положила это письмо в твой почтовый ящик. Потому что мы обсуждали ранее, нормально, если мы сменим время и место. Я хочу, чтобы ты пришла на пляж Дедова на втором острове, 2.30. Кажется, кто-то хочет помешать нашей встрече. Давайте сохраним это в секрете, до тех пор давайте постараемся не видеть друг друга немного. Было плохо, если они начнут... Будет плохо, если они начнут нас подозревать без причины. Это письмо... Это то, на которое было у Махеру, верно? Наруходу. Сайонджи ва соно тегами но яритори де Коизуми то но яксоку о торицкете ита но дана. Понятно, так... Хиёко могла смогла организовать встречу с Махеру, обмениваясь письмами с ней. Что это за письмо? Я серьезно, я не знаю. Блин, теперь я вспомнил, я точно видел тебя. Серьезно, и ты только сейчас это решил сказать, да, вот после всего. А? Орето Хината ва кайсуйёку но мачиавасе де 15-си ни ва дайна ни итте та хазу да. Было бы удобнее, если бы все сразу говорили, что они вообще видели, что они знают, они вот кто-то только их спросят. Через 2 часа после начала суда уже. Мы с Хадзимой встретились в закусочной около 3 часов, чтобы пойти на пляж. Омее о микакета но ва соно 30-пун-го край да кара 15-си 30-пун те токоро да. Я заметил тебя примерно через полчаса, так что должно было быть около 3 часов 37 минут. 14:30 ни Коизуми то мачиавасе ште, соко де айцу о короште нигета то суруто. Понятно, так если она встретилась с Махеру в 2.30, убила ее, затем после этого убежала, ты... Пека, почему ты так давишь на нее, серьезно? Содана Сайонджи о микакета 15:30 ва датоуна джикан то иеру дароу на. Это слишком очевидно было, что если вот ты пытаешься скинуть на нее вину, это не очень умно, на самом деле, с твоей стороны. Если действительно убийца. Ну, по крайней мере, она очень подозрительно себя ведет. Я думаю, что это резонно, что 3.30 резонное время, чтобы вы... Чтобы... Для того, чтобы заметил Хиёко. Ты не права, ты точно не права? Соя, Кузуриму Дайна но майо тотта на. Даттара омэ мо Сайонджи о митан джанэ га? Теперь, когда ты вспомнила...
А, ты ведь также проходил мимо закусочной Фумихико? А, так тогда ты тоже должен был видеть Хиёко, верно? Нет, я не видел. Это лишь совпадение, что я прошел мимо закусочной. Я даже не обращал внимания на пляжный дом. Я отправился прямо в свой коттедж после того, как увидел вас, ребята. Я не видел никого в течение этого времени. По какой-то причине это тоже кажется, это тоже звучит подозрительно. Это правда, смирись с этим. Просто оставьте его в покое. Это будет трата времени спрашивать его дальше. В любом случае, это письмо и свидетельство Казуиси говорит все за себя. Ты встречалась с Махиро на пляжном доме? Серьезно, я не знаю. Я даже не писала это письмо. Я говорю правду, я правда не знаю. А почему-то после всего, что произошло, я не знаю, я даже не вижу причины, по которой она могла бы сейчас врать. Как-то интуиция не подсказывает, что она действительно не врет. Она на самом деле плачет или притворяется? Она, наверное, притворяется. Можем предположить, что она призвала Махиру с намерением убить ее с самого начала. Поэтому он написал письмо, чтобы знать ей, где встретиться, чтобы остальные не узнали. И затем ты пошла вперед на пляжный дом, спряталась в определенном месте и ждала Махиру. Для этого тоже есть доказательства. Доказательства. Единственное место, которое я мог подумать, где могла прятаться Хиёко, это, наверное, то место, верно? Ну, я, в принципе, я знаю, что это за место, но вообще, она могла в душевой прятаться, но я сомневаюсь. Ну, это очевидно, это неверно. Она говорит, что доказательства есть, а доказательства это тот желтый мишка, ну, это... Хиёко правда была душевой? Нет, очевидно, нет. Опс, я два раза назвал. Кокуда? Коку нет. А, место, где пряталась Хиёко. Ты говоришь о кладовой? А, да. А, сокони. Окашино гуми га очитей та нога шоуко да. Гуми. Да, верно. А мишка, которую мы нашли на полу, это является свидетельством, доказательством. Сайонджи. Умайва кононде йоку гуми о табете итана. Хиёко, твои любимые конфеты это мишки, верно? Гуми тэ нани? Гуми. Гуми. Табета кото най йо. Что такое? Что это за мишка? Я никогда не ела что-то подобное ранее. Назо но шоутай о торайта зо. Но она определенно врать не умеет. По ней сразу видно, что она врет сейчас. Хе-хе-хе, я захватил настоящего персонажа этой загадки. Хиёко, кто призвал Махиру в пляжном доме, спряталась в кладовой, как фамильяр. Он весь классный суд готовился, чтобы именно сейчас что-то сказать. Хотя он раньше говорил, блин.
Сколько же времени... Времени прошло. Уже сколько часов прошло сначала. Когда она заметила свои шансы, она атаковала ее как злой дух, затем покинула пляжный дом как быстрый ветер. Но Хирка просчиталась в том, что махер, тело Махеру будет блокировать дверь в то время. Из-за этого она могла покинуть пляжный дом лишь через дверь с пляжной стороны и в итоге оставила следы. Ха-ха-ха, мы представили доказательства. Моим четырем темным девам разрушения даже не понадобилось выходить. Это ловушка, это очевидно чья-то ловушка. Кто это кто-то? Чья это ловушка? О нет, это... это должно быть тот человек, вы знаете, тот с маской, возможно. После этого обычно у кого-то, не знаю, уши удлиняются, язык удлиняется, нос удлиняется, что-то у них точно удлиняется, и у них личность полностью меняется. А, тот с маской? Да-да-да. Я не верю, что это... То, на что они намекают сейчас. Там была подозрительная маска на пляжном домике, верно? В пляжном доме, верно? Тот, кто носил эту маску, может быть настоящим убийцей. Ты была той, кто носил эту маску и убила Махеру, верно? И ни за что бы не стал носить такую детскую маску. У тебя что, мозг пожарен или что? Это правда, это не может быть Хиёко. Маска принадлежит сверкающей справедливости. Нани-чан? А сверкающему кому? Ну серьезно, даже музыка изменилась на такую шутливую, глупую такую, когда что-то нелепое происходит обычно. А, маска говорит все за себя. Сверкающая справедливость прячется на этом острове. Что значит легендарный серийный убийца, сверкающая справедливость, тот, кто убил Махеру. И по совместительству он также является 17-м студентом, который где-то прячется. И, возможно, тот, кого уже убили. Нет, конечно же нет. Зачем ты? Если ты продолжишь говорить такие глупые вещи, я разорву тебя от конечности до конечности. Не вини мисс Сонию, это лишь... Это просто различие между культурами, культурный шок, знаешь? Хиёко, почему ты уже не признаешься, наконец? Ты ты сейчас нерезонно упрямая. Это все у вас в головах? Почему не можешь понять, я не убийца? Это верно, что Хиёко подозрительно, но здесь есть что-то странное, что-то, что не имеет смысла. Я не могу ничего сделать, кроме как подумать, что нас кто-то направляет. Пачка мишек,
следы, мусорка, желтый мишка, это не то, окей. Я должен представить мой вердикт насчет вывода этой загадки. Лёха — это грешница, которая убила мастера. Я говорю вам, что это ловушка. Нет сомнений. Ты ходила в пляжный дом, верно? Это... И ты также спряталась... в кладовой. Поэтому ты уронил этот мишку. Ты подождала свой шанс убить Махеру. После этого ты вылетела из пляжного дома. В то время дверь, ведущая к дороге, была заблокирована телом. Поэтому тебе пришлось выйти из входа с пляжной стороны. И поэтому ты оставил свои следы. Окей. Кажется, что все сомневаются в Хиёко. Это и правда нормально? Так, окей, еще раз. Это ловушка, но это ее просто предположение. Уронила мишку, окей. Так. Дверь блокировала... О, тело блокировала дверь тоже, верно? Возможно. Поэтому ты оставил свои следы, ну это логично, окей. Посмотрим. Желтый мишка, найденный в кладовой на пляжном доме. Судя по всему, в комнате Хиёко было много таких. Каждая пачка содержит 4 вкуса. Клубника, арбуз, виноград и апельсин. Окей. Так. Желтый мишка, желтый. Клубника красная, допустим, арбуз зеленый, виноград. Блин, ну виноград какой-то тоже зеленый. И апельсин оранжевый. Типа, возможно, что как раз именно желтый мишка не из этой пачки, и там нет такого вкуса. И поэтому Хиёко не могла его обронить, потому что он таки не ест, но... довольно удачно, что она действительно не этот, что не повезло оставить вот именно такой, именно желтого мишку. Если бы ей просто повезло и она оставила вот какого-нибудь красного, то это тогда бы мы никак не смогли бы опровергнуть это суждение. Что бы мы тогда делали дальше? Проголосовали бы за Хиёко, допустим, и... Вот опять же, просто чисто совпадение, что вот по какой-то причине Хиёко вот именно таких мишек ест. Ну ладно. Ладно, пускай будет так. Ну, попробуем. Я еще не ответил, так что... Помахнулся. Еще раз помахнулся. Ну окей, хорошо. Прорыв так прорыв. Не, в смысле, это все логично, да, это вполне вероятно. Типа. Что такое могло случиться, я не спорю. Но опять же, просто повезло в этот раз. А насчет этого мишки. На самом деле Хиёко уронил его.
そのチビだけだ。Единственный, кто настолько ребенок, чтобы есть таких мишек, это тот карлик, вот там. Ты ведь тоже карлик, ты знаешь ли? Ты тот, кто волнуется о том, что никогда не станет выше. Кстати, интересно, кого не роста? Кто выше, кто действительно выше? Будет забавно, если Хиёка выше, чем Фуихика. 157? Не. Я даже близко не был. Хиёка прям 130 сантиметров. Ну, такое только в аниме бывает. И он, конечно, тоже карлик, но... 150 это еще куда ни шло. Но он, конечно, далек от мужского идеала, но... Сайонжи-га гуми-о ски-датта-но ва ташка да-кето. Соре-ва ару токтэйдо мэгара ни кагитта кото да-ттан-да. Верно, что Хиёка нравится, любит есть мишек, но она ест только особенный бренд. Ичимо-аджи-то, мерон-аджи-то, маскатто-аджи-то, оранжи-аджи. Соно 4 шурин хайтта мэгара но гуми даке о табете-та ё-не. А бренд мишек, который ты ешь... У бренда мишек, который ты ешь, есть только вкусы только клубники, арбуза, винограда и апельсина, верно? А? Ну что насчет вкуса лимона? Лимон. Блин, Накума там просто сзади стоит и сидит. И вообще в ус не дует, расслабленный. Мишка на месте на сцене преступления был желтым. Так что он очевидно выглядит как будто он со вкусом лимона. А? Этот мишка желтый? Тогда он не мой. Те, которые я ем, не имеют желтых мишек. Там нет желтых мишек. Нани. Вот и Пека просто подставила саму себя. そうなんだ。彼女がコテージに大量に持っていた袋には黄色いグミなんか入ってなかったんだよ。верно, ни одна из пачек мишек в ее коттедже не имели желтых мишек. じゃあその黄色いグミは西園寺さんが落としたものとは言い切れないね。でも не можем предположить, что Хиёка так то уронила желтого мишку. ほら見ろ、やっぱ罠だったんだ。видите?Разве я не говорила? Это точно ловушка? Чикшо! Дарега конна вана ошкаке агаттанда? Ух, чёрт. Подставить такую ловушку, как это? Шуште яру! Коншин но декопин де цгайкоц камбот сасете яру! Я ещё отомщу, я... Ударю тебя в голову со всей моей силы. Чотто мате я, гура! Акага гуми готоки де утагай га харета то демо омоттен но га? Подожди, ты маленькая сука, ты думаешь, что ты очистилась от подозрений лишь из-за этого желтого мишки? Не будь глупой, я еще не закончил давить тебя в угол. Окей. Но он тоже как-то себя подозрительно ведет. Появилось вскрытие Микан. Мне кажется, что это с этим связано, может, будет сейчас. Мы же не закончили с Хиёка. Все еще осталось большой кусок зайца. Ты говоришь о следах около пляжного дома, верно? Это правда, что это важная часть доказательства? Мы можем благодарить Махиру за это. Что это значит? Махер использовал свою последнюю каплю силы и... ...заблюдовал дверь дороги благодаря ей. У нас есть доказательства, которые нам нужны. Но это... вот это оно, наверное. Это неправда. Я оставил за следы во время моей утренней прогулки. Вот. Хватит врать уже.
ну это очевидно, это для... Сайонжи на йоги ва харе чай не зо! Ичибан декай шоку га мада нокоттеру жа не га! Ичи хаус май на ашиото десу ю не? Я, кстати, так не знаю, на что влияет сложность фигры. Она влияет только вот на эти пули? Или... Или на вот эти... Нокошта те то ю ими де? Типа противоречия вот эти и ложь. Вот на вот эти желтые фразы тоже влияют в сложность. Я просто первую часть тоже на средний проходил, чтобы... Мало ли, на всякий случай. Я... Оно дуа о всайдану а Коизуми жанай. Датте... Коизуми а сокши даттан дазо. Махер не блокировал дверь, ее смерть была моментальной. Сокши? Моментальная смерть? Аташно кенши не юрто дес не. Хай... Основываясь на моем вскрытии, да, нет сомнений, что Махеру умерла моментально. Если ты продолжишь подумывать дерьмо, я, бля, убью тебя. Ии, мне жаль. Фудрио-сан, это не дамедесу. Жосею одосу нова хикёмоно но сурукото десио. Фуихико, ты не можешь так делать. Лишь трус угрожает женщине, да. Все, не поставь его на место, Я тоже уверен, что ее смерть была моментальной. В смысле, ее рана была лишь единственным ударом. Поэтому Махеру не так заблокировал дверь. Кто-то использовал ее тело, чтобы заблокировать ее. Кто-то еще? Убийца, конечно. Убийца тот, кто заблокировал дверь с помощью тела Махеру. Поэтому там были кровавые следы, оставленные на полу. Зачем убийца заблокировал двери? Просто спросите Хиёко, она ведь убийца в конце концов. Серьезно, это неправда? Давайте предположим, что Хиёко на самом деле убийца. Разве не значит это, что она ей также пришлось тащить тело? Если справилась с таким кровавым телом, я думаю, что ее одежда или кожа также должны были быть покрыты кровью. Вообще, изначально надо было спрашивать, смогла ли бы она вообще поднять Махеру. Если так быть честным. Потому что я сомневаюсь, что она смогла бы ее вот протащить вот с середины комнаты примерно. До сюда. Ну хотя это не так уж сложно. Ну да. Даже если бы она смогла, то ей пришлось бы. То она бы вся в крови была. Откуда здесь вообще столько крови? Ее в голову, допустим, ударили один раз. Из головы столько. Ну я знаю, что типа из головы много крови течет, но чтобы настолько. Аре? Я, конечно, люблю докопаться до мелочей, блин, но извиняюсь, конечно. Но когда я увидел ее, она была... Да, она была чистой. Она была чистой, да. Именно. Видите, я говорил, что я не убийца. Ей, с этим моя невинность была доказана. О, господи, о нет. Мы еще не решили это. Это ведь второй раз после Махеру как раз таки. Кто-то противоречит, противостоит мне. На, Кузырю. Доусте у моего сокумаде Сайонжи га ханнин да ты ихарун да ё. Эй, Фуихико, почему ты продолжаешь настаивать на том, что Хиёко убийца? Ну, он куда-то слишком злой, я не знаю.
какая ему разница, если он как-то тоже связан с убийством, возможно. Ну, в смысле, это его сестру убили вообще, и Махеру как-то связано с этим. Он точно как-то связан тоже вот с этим всем. Непонятно как. Заткнись, я говорю тебе, что она убийца. Эта маленькая сука, действительно, это точно убийца. Ох, ну с богом. Садка опровержений. Сидим для лескобит, душевая, окно, скрытие. Окей, погнали. Если Махеру не блокировал дверь, а это Хиёко сделала это. Она убила Махеру, заблокировала дверь и своё тело. Хиёко единственный убийца, о котором мог подумать. А, блин. Окей. душевая, она не работает. Не успел. Я. Шава де арай нагасно а мури да. Бичхаус но шава ва кошо чу датта кара на. Нет, смыть кровь в душевой было бы невозможно, потому что душевая в прежнем доме не работает. Кошо тато? Не работает. Мошиваки най дес. Наканака сюри ни те га маваранакуте. Блин, я думал, я успею. Я думал, я за секунд 10 справлюсь, но... Нет, я пошел тебе воды налить по-быстрому, но... Секунд 30 мне точно это заняло. Окей, я конечно, не буду вырезать это. Я ужасно виновата, у меня совсем не было времени, чтобы на самом деле починить его. Не, ну, конечно, себя... Гораздо себя лучше чувствую, прилив сил, так сказать, у меня произошел. Тогда, может она сняла ее одежду, чтобы передвинуть тело, и затем, когда она закончила, она оделась обратно. Вау. Я представляю эту картину. Ты говоришь, что я сделала что-то такое извращенное? А, Хиёко сняла одежду. До того, как совершить убийство, перед тем, как совершить убийство, нет, это было бы невозможно. Она не может одеться сама, не может раздеться сама, она совсем не носила одежды, ну, это точно неверно. А ее одежда связана с ее телом, но она, получается, не может одеться сама, если ее Махеру не научила еще. Послушай меня, Фуихика. Хиёко упоминала это ранее. Я ничего не могу с этим сделать. Я не могу завязать свой поиск именно сама. Блин, сколько ей лет? Тут можно посмотреть, какой возраст был? Или только день рождения? Число. Нет, к сожалению. Вот было бы интересно. На самом деле можно было добавить возраст, хотя бы не знаю. А что-то мне так. Что мне. Конечно. Окей. Че себе. Смотри. Сайонджи ва хитори де кигайга деки найн да. Дакара, фуку о китари нюйдари ва мури нан да йо. Что значит, Хиёко не может переодеться сама? Это невозможно для нее, чтобы снять
Пойдите снять ее одежду. Нанда сорья? Что? Со-со. Соицу ва хитори да то оби га мусубенен датта на. Да, фухика. Соре де гуро ни ма хаэренакуте ксакаттан да. Стоило посещать наши утренние собрания, так что... Что бы ты ни делал таких подобных заявлений... Неверных. О, точно, она даже не может завязать свой собственный пояс. Сама. Поэтому она не могла принять ванну и плохо пахло. Оно не пахло? А, я не пахла, и пахло лишь немного. Разве переодеваться в пляжном доме запрещено изначально? Да, если вы нарушите правила, я уверен, что Монокума не стал бы молчать. Да, он бы достал свой пулемет. Да, черт побери, я так хорошо следую правилам, что даже рейнджеры в парке сафари ничего не хотят со мной иметь дел. Если она не переодела свою одежду, да, что Хиоко сделала с кровью, которая попала на нее? Да, вот, блин, у нее не было крови. Как я уже говорил, на мне изначально не было никакой крови, потому что я никогда не трогала тело Махиро. Если думать об этом в другую сторону, значит ли это, что кто-то был покрыт кровью подозрительным? Кстати, вот интересная деталь как раз возвращаясь к самому началу этого всего. Да-да. Уф. Да, я помню. Точно. А затем еще кое-кто пришел после того, как проплавал. И да. Потому что если так, я и верю, что Акана была покрыта кровью, когда мы встретились, чтобы пойти на пляж. Разве не говорил, что это было из-за того, что меня избил тренер Никамару? Я могу подтвердить это. Если бы я не был так груб с ней, она бы никогда не успокоилась. Сомневаться во мне из всех людей? Да ты смелый. Хорошо, я согну твое тело напополам так, что ты останешься в позиции поклона до конца своей жизни. Вот что за... куда камера улетает. Это на самом деле звучит довольно круто. Еще как не звучит. Эй, что более важно, я в порядке сейчас, верно? А нормально, что если они убийцы? Да, кажется так. Видите, я уже говорил вам. Ни за что я бы не смогла убить Махиру. Не стала убивать Махиру. Потому что Махиру научила меня, как одевать кимоно, и она была очень-очень доброй. Серьезно, вот Махиру научила меня надевать кимоно. То есть ты по факту могла сейчас говорить... Что ты могла все-таки одеть на себя это обратно кимоно или что? Или это... Потому что опять это ошибка перевода какого-то, я не знаю. С японского, там как-то неправильно поняли.
Ни за что не смогла бы убить такого хорошего человека, как она. Почему не поверили мне раньше? Вы, ребята, глупые. Сайонджи-сан, сонна ни наканайде кудасай. Мо дайжобу десу кара. Не? Хиёко, пожалуйста, не плачь. Все сейчас в порядке, верно? О, Микан, лучше тебе не говорить с ней. Лучше тебе не обращаться. Да. Я так и знал. Заткнись нафиг, поросенок. Я надеюсь, что ты получишь заусенец и умрешь. Заусенец? А я, наверное, неправильно понял. Я извиняюсь за то, что я с поросенок. Что более важно, поведение Фуюхико ранее было действительно странным. Напрягаться так и обвинять Хиёко в том, что она подозрительная. Возможно ли у нее что-то еще на уме? Не, Сайонджи-сан. Йоуни вухаре такото даши. Эй, Хиёко, теперь, когда наши подозрения были отвечены, можешь ты рассказать нам правду? Что? Бич-хаусу? Даже если ты не убийца, ты все же ходил на пляжный дом, верно? Как я говорила, это была ловушка. Да, я уже понял это, но могла ли ты нам дать детали об этой ловушке? Я бы тоже хотел знать. Это, возможно, приведет нас к какой-то улике. Хорошо, вы хотите, чтобы я говорила, а? Ранее этим утром Махиру была той, кто пришел ко мне. Она спросила, если можно встретиться позже. Но Нитли сказала ранее. Она совсем не говорила со мной. Блин, какой сюрприз, я не ожидал, что зададите мне такой легкий вопрос. Черт, так это была ложь? Потому что я думал, что у меня начнут сомневаться, если я подтвержу это. Так что я думал, что будет лучше, если ничего не говорить. Так какой у тебя ответ был на мое приглашение Махиру? Я сказал, что это нормально, в смысле, у меня нет причин отказываться. В отличие от всех остальных здесь, Махиро была той, с кем мне не стыдно было показываться. Ты всегда найдешь сказать что-нибудь ехидное. В то время мы должны были встретиться около 2 часов, но... около обеда... А в моем почтовом ящике было письмо. Тегами? Письмо? Да, вот это. Я собиралась сказать тебе это лично, но я не могла найти тебя, так что я сунула это в твой почтовый ящик. Насчет того, что мы обсуждали ранее. Нормально, если мы сменим место. Я хочу, чтобы ты пришла на пляжный дом, на втором острове. Время будет тоже 2 часа. Кажется, что кто-то хочет помешать нашей встрече. Давайте сохраним в секрете до тех пор, пока постараемся не видеть друг друга немного. Какое-то время. Будет плохо, если начнут подозревать нас без причины. Махеру. Получено письмо. Письмо получено Хиёко. Я увидел это письмо и отправился на пляжный дом в это время. А? Это письмо... Так, что там? Письмо, которое у Хиёко...
раз оно явно не противоречит тому другому доказательству, да, другому письму. この手紙ってさ、小泉が持ってた手紙と内容が食い違ってないか？Это письмо. А не кажется, что это, что содержание его отличается от письма, которое было у Махеру? А, да, да, да. 2:30 теперь тут не 2 часа, а 2:30. 小泉の持ってた手紙だと、14時30分の待ち合わせが。西園寺が持っていた手紙だと。Письмо Махеру говорит, что встретится 2:30, но письмо Хиёко, да-да, 2 часа. Время встречи отличаются. Блин, уже прошло почти час, но такое чувство, что вот здесь очень много было повторений. Вот они одну и ту же информацию просто по два раза повторяют, по кругу просто елозят вот с этой информацией. Также странно, что оба письма хотели изменить место встречи на пляжный дом. Дочка Катахога и Даштанара Томукаку. Коннахуни Дочимога Уназикото Юнанте. Было бы нормально, если лишь одно письмо сказало это, но чтобы оба письма сказали одно и то же. Хиёко-чан, кайта хоннин текинива доу омоттерунска? Хиёко так как-то написала это, что ты думаешь? Дакара ваташи ва тегами нанте кайте най тте нанка ивасереба ии но са. Как я говорила, я никогда не писала это письмо. Сколько раз мне еще повторять тебе? А, безопасно предположить, что письмо было подделано убийцей, но... Какое письмо убийца подделал? Оба письмо Махеру, они не были подделаны, письмо, которое было у Хиёко. Допустим, если она не писала это, то должно быть... Оба письма изначально были подделаны. Сука! Окей. Что? Соно тегами ва дотчимо ханнин га нецзоу шита моно даттан дароу на. Убийца должна быть подделал оба письма. Втари но кодоу о аяцуру тамени ханнин га нецзоу шита. Соу каммаэру беки дароу не. Убийца подделал их, чтобы он мог манипулировать их действиями, да. Так мы должны думать об этом. Ашкани соно каносэй ва такасоу жа зо. Джисай ни, коно ницу но тегами ва микрабете мирто. Это кажется очень вероятно. На самом деле, если сравнишь все оба письма. О, яхари хитсеки га хобо онажи да. Вуншоу но найоу мо кокужи шите ору шино. Подтверждено. Как я и предполагал, почерк одинаковый. Содержание письма тоже совпадает. Например, эта часть. Я собиралась сказать тебе это лично, но я не могла найти тебя, так что я сунула это в твой почтовый ящик. Вот три раза это вот повторить. Да. Серьезно, столько по кругу просто гоняет информацию. Ну, зачем вот это? А, убийца подделал оба этих письма? Соятте Сайонжи то Коизуми о ино мама ни аяцутта ка. Маруде макай но кугуцуши нана. Делая это они, он мог бы контролировать Хиёко и Махеру, чтобы они пригласили друг друга, как кукловод из ада. Из ада. Так он полностью обманул меня, и затем убийца Махеру. Как грубо, верните мне Махеру. Ну серьезно, Нагита просто разговаривает, как не знаю кто, как... Правда, это правда ужасно. Я предлагал свою помощь так много раз, но убийца в этот раз совсем не обсуждал свои планы со мной. Это моя вина. Мне стыдно за то, что я такой ненадежный. И вот опять.
Только мы расслабляемся, это происходит. Можем легко его ударить. Можем просто легко его ударить до смерти позже. Да, Сайонджи ва коно тегами дори ни 14-жи ни бичхаусу ни иттан да на? Так, снова есть на том, что сказал это письмо. А ты отправилась на пляжный дом 2 часа, верно, Хиёко? Дайджина но ва соно цузуки да. Иттай, соко де нани га атта но да? Что на самом деле важно то, что произошло позже. Что там вообще произошло? Хи-хи, я уснула. Почему ты уснула? Не то, что я хотела уснуть, но я думаю, что меня заставили... Что меня вырубили какой-то медициной или что-то подобное, чем-то подобное. А? Медициной? Микан. Внезапно Микан стал подозреваемой. Номер один. Этой медициной? Может ли быть, они взяли ее из аптеки? Я думал, что это место кажется небезопасным. У них даже есть... Не знаю, что цур. Медицина по рецептам в открытом доступе. Если знала это изначально, ты должна была сделать что-то об этом. Мне жаль. Да, окитара ицуноманика семай клозетто но нака ни ошикомаретете. Когда я проснулся, я была внутри маленькой кладовой. Атетедетара. Соко ни Коизуми о нео стай га атте. Когда я выбежал, я убила тело Махиру. Да, торимидаште бичхаус кара нигедашта тте токо ни цунагару ваке ска. И поэтому ты выбежала из пляжного дома в такой панике? Я была напугана, я была правда напугана так, что я не могла ничего сделать, кроме... Там, блин, она так говорит, что мне действительно жаль уснуть. Убийца, наверное, планировал подставить Хиёко с самого начала. И по этой причине они призвали Хиёко до Махиру. Успели ее и засунули внутрь кладовой. Коизумино штай де доа о фсайда ному. Сайонджи ни шоку но ашиато о нокосасеру кото га моктеки ка. Его причина, чтобы заблокировать дверь была тело Махиру, была для того, чтобы заставить Фуихико оставить следы как в качестве доказательства. Все было сделано, чтобы поставить Хиёко как убийцу. Это ужасно. Я не сделал ничего плохого. И я была поставлена как убийца Махеру. Сайонджи-сан, мо наканайде кудасай. Хиёко, пожалуйста. Атакуси-тачи ва аната но кото о синджите имасу кара. Пожалуйста, не плачь. Мы верим тебе. Сонна кантан ни синджичиматте ии но ка ё. Соре датте усонаки камо синнее даро. Это действительно нормально, верить ей так легко. Она может быть притворяется, знаете ли. Это никогда не закончится, если ты продолжишь быть таким подозрительным. Музыка затихла. Разве это не то, что о чем должен быть классный суд? Здесь
единственный путь выжить — это быть подозрительным. Здесь мы тщательно проходим через тщательное подозрение друг друга. Нанони, кантанни танин о синжиру тока дока штен даро? Докка вайтен жа нэ но ка? Так что если веришь, так что если вы верите друг другу так легко, когда что-то действительно, что-то действительно неправильно у вас с вами. Сорочинаю, Кузю-кун. Коко а утагаяу басо жа накуте, кёрёку сиау басо даё. Ты не прав, Уихика. Мы должны сомневаться друг с другом здесь. Мы должны работать сообща. Да, послушай, Нагита, он знает все в работе сообща. Классный суд, где мы кооперируем друг с другом, усердно трудимся и целимся к победе. Убийцы и все остальные. Две надежды пытаются схватить одну и настоящую надежду. Нагита опять возбудился по надежде, блин. Две судьбы. Две надежды сталкиваются друг с другом в так. Друг с другом — это как поэзия в действии, это то, о чем должен быть классный суд. Пожалуй, вам оставлю этого замечательного Нагита с его интересным выражением лица и закончу на этом. Что-то мы слишком уже дольше, чем планировалось, зашли. Что ж, всем спасибо за просмотр, как обычно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши комментарии, увидимся в следующий раз. Я сомневаюсь, конечно, что мы закончим в следующий раз, но этот суд... Фух, ну, мне стоит точно отдохнуть на этот раз. И, в общем, всем пока. Увидимся в следующем видео.